изначально вышла. Катя, что ты ржешь? Ты в уважаемом месте, покажи. Сейчас все думают, что это психиатрическая больница. Нет, это такие... Мама дорогая, сайонара место. Лексус, да. Друзья, всем привет, с вами Денис Клипован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, да ты шо? И детям приятно, и сам себя чувствуешь как ребенок, да. Ну, мы заехали сюда не просто так, да. Как это, дилерский центр Lexus предоставил нам... Такую удивительную возможность. Возможность, слова, по-моему, закончились. Детям погулять. Да я себя чувствую, как ребенок, у меня уже слюни начинают течь. А да. Они у тебя все время текут, Сережа. Да заехали там масло поменять, колодки почухать. А мы в это время, у меня идея созрела. Да не ругайся, всем хватит. А у меня идея созрела. Что? Сегодня же день какой-то не выходной, и мы находимся на Молдаванке возле нашей любимой барахолки. Никто же в жизни не видел, как она выглядит не в рабочие дни. Точнее, в рабочие, Сережа, но для себя... Что не идея, то фикс какая-то просто, понимаешь? Лучше как это ты обалдеешь, она совсем по-другому выглядит. Показывать. Я догадываюсь. Тем более, любовь моя, у меня для себя есть подарок. А что это, у него бак спереди? Катюня? Да. У меня есть для себя подарок, не Lexus. Берите выше, там есть один магазин возле Голубятни. Зайдем, сейчас кайфанешь. Чисто мужская тема. Дети, пошли. Ага, попробуй теперь забрать их оттуда. А? Может, оставим? Точно, валим. Хочешь, сейчас договорюсь, можно ли на машине поехать, Любовь? Что ты сказала, бак у него? Да, спереди. Да у всех нормальных спереди, елки. Ты что, не знала? У них что, уже двигателей нет? Тут просто под капотом один большой бак, и ты ездишь всю жизнь. А, это электрический? А зачем электрическому баку? Не знаю, а что это? Ага, для тока? Угу. Елисей, забирай свою маму, идем отсюда. Пошли. Елисей, ты в какую, пожалуйста, машину хотел? Миланюшка, поехали на дорогу. Идем. Кидай вот мячик, так, мы потом серенькая? Приедем, будем играться. Пошли. Стой, дай сейчас посажу Хоти ее. Хоти тогда. Учись. Поехали. Поехали в одно место. Сейчас ты там была. Но так как мы его сейчас покажем, ты еще не была. А шапка ее где? Она сидит на ней, все хорошо. Тихо. Слышь, у нас даже коляска Макларен, елки-палки. Лексус Макларен, идем. Где Елисей? Сережа, еще одного ребенка не хватает. Так я сейчас сделаю быстренько. Хорошо, а где он? Все, всех собрали? Погнали. Елисейка, какую машину хочешь? Серую, он же сказал. Вот эту? Ну, и ты тоже хочешь серую? Ну, извини, две серых не бывает, елки-палки. А я белую, Ульяна. Возьми себе черную. И ты хочешь белую? Слушай, а может тут можно договориться на 7 лет, так договориться, что даже больно не будет. Белую. Я хочу, чтобы лето не кончалось. Эх ты. Как я уже говорил, почему идея пришла в голову? Потому что Lexus, вот. А вот тебе автовокзал. Катенька, сколько здесь у меня воспоминаний. Да ты шо, я маленький, в таком возрасте. С бабушкой приезжал в Одессу, а в голове не беляши. Ах ты шо. И песни там орал, стоял на перроне. Да, Староконный рынок, сейчас вот здесь не за горами идем. Зайдем в одно место. Я же давно тебе уже говорил, что хочу инструмент хороший. А у меня с твоей барахолкой, мы когда на Староконный попадаем, я же даже не имею возможности пойти по своим магазинам. Вечно ходим по твоему барахлу. Ты тоже? Ты понял? Это в генах у нас. Я же маленький был, смотри, платформы, я же тебе не обманываю. 15-я, 13-я, так, Илийская была с той стороны. Ульянчка. Дети, чуть-чуть правее, сюда. Бабушка за билетами, а я с чебуреком возле сумок стою и выбили меня, птица сяся, завтрашнего дня, где-то, эх ты, где-то, да нигде, а в Одессе.
Так что для меня это воспоминание, он еще другой был. Там игровые автоматы внутри были. Эх, красота. И все время что-то такое удивительное. Вот видишь, какой Lexus молодец. Позвали нас в гости, говорит, ребята, заедьте, мы вам что-то там подделаем. И у меня сразу воспоминания. Lexus, Молдаванка, Староконка, все наши родные и любимые места. Тем более, ж на самом деле, никто же не видел, как выглядит Староконка, когда она не барахолка, а просто именно Молдаванка. Со своей тишиной. Тем более, здесь на Староконном рынке есть магазин один интересный. Прямо напротив Голубятника. Ты что, там папина мечта находится. Ну как мечта, необходимая вещь. И тебе тоже пригодится. А зайдем обязательно. Вы в Голубятню, а я дальше по делам. Понятно? Со мной. Но сразу говорю, там будет много интересного и ни одной куклы. Да инструмент есть хороший. И простой. У нашего Сережи, который нам ремонт помогает делать. Какая дрель, шуруповерт, турбинки и все это? Титан? Я сначала раньше думал, что такое. Но я смотрю, что он неубиваемый, работает. Мама дорогая, любая Макита позавидует, поэтому я сделал выводы, что мне тоже аккуратно так и надо. Давай. Дрин-дык-дык-дык-дык. О, Катюня! Обалдеть! Это как Дерибасовская, только на Молдаванке находится. Смотри, какая брусчатка. Проходим, Уляночка. Да, похож. Что ты привык здесь видеть? Не, сыночек, это то же самое, только дальше там продают они. А сейчас они продают? Сегодня? Да. Нет, она работает только субботу-воскресенье. Ну, как барахолка. А все остальное время здесь тишина и покой. Вот чистая Одесса, знаешь, во всей красе. Где-то коты мявкают, где-то котлетами пахнет. Что, рыбочка, ты хочешь водички? На, попей. А, будь здоров. Держи. О, Миланька. Телевизор. Что? Телевизор. Ну да, все нормальные смотрят. Здрасте. Идем. Телевизор, если не ошибаюсь, электрон, кажется, у нас такой был. Что ты? Смотрю вон на барельефы, на красоту. Красиво? Очень. Ну, отходи и любуйся, старая Одесса. Не, это старая считается. Старенькие дворники, подметаю дворники, чтоб сияла улица моя. А я что не то сказал? Старенькие дворники подметают дворики, чтоб сияла улица моя. Слышь, ну не умничай, а то я тебя тут сейчас отведу туда, за окно посажу. Так, аккуратненько. Собака, аккуратно. Собачку обходите. Хорошая собака. Слышь, Катюня, мы как по этот Айвалык, помнишь? Да. Греческая Турция или турецкая Греция. Тебе напоминает? У нас тоже что-то такое старенькое есть. Такие же кнопки, да? Были, встречались. Похоже? Похоже на то место, где, говорит, Марат живет. Серьезно? Ну, на Одессу. Марат же в Одессе живет. Да ты посмотри на ту калитку, что ты номер показываешь. Смотри, а? Ты что, еще ее красила, наверное, Сонька, золотая ручка, по-любому. После этого она как память дорогая, ее уже никто не красил. Вход вот там вот, давай. Короче, детвора, можно сюда и войти, понял? Елисейка, там с ума можно сойти. Я когда в детстве попадал, в твоем возрасте, это просто, я не знаю, что... Ну, лучше, чем сейчас в Диснейленд попасть. Какие-то инструменты, птички, рыбки. Всего удивительного. А, слышишь, самый старый двор на свете закрыт. Катенька, ребята, это уже то место, где кишит, бурлит людьми по субботам, по воскресеньям. Вот здесь мы, помнишь, тебе статую подарили?
Я там еще пластинки на сдаче купил. С грудью которая? Ну, такая интересная. Мы ее потом в двор занесли и там подарили. Что еще? Здесь я у мадам чашечку покупал кофейную с этим. По 5 гривен, потому что оно мне не надо, но просто цена такая, что надо было брать. И вот так вот здесь везде люди. А вот идем еще в тот дворик. Там, где птички? Елисейка. Выбирай со мной любой дворик и заходи. Главное, чтобы люди не ругались. Хотя в Одессе еще и накормят. Все, смотри, вон видишь, куда голуби полетели? Вот нам туда прямо напротив надо. Идем быстренько, зайдем по моим делам. А потом дальше погуляем по вашим. Так, Шухер, Ульяночка. Обалдеть какой. Что? А? Хочешь пить? Ну на, что ты шепчешься? Видишь, на Лексусе? Как подумали, да, за нас. Сказали, у вас же дети, а там же жарко. Вдруг они воду захотят, возьмите с собой. Вот, конечно, сервис до глубины костей, да? Класса люкс. Я бы сказал экстра, наверное. Или как, это класса магнум. Вот есть там самый большой? Ну, это когда море удовольствия ты получаешь. Катенька. От посещения такого, что? Поражаюсь твоей дикой способностью все вот сделать по-своему, понимаешь? Это ключ, пап. Вот это ключ, Елисей. Где? Я думаю, это в долларах, наверное. Да он на вес дороже. А что им подкручивать-то надо? Какие-то большие запчасти. Что, ты уже увидела приятное? Красота какая. А ты помнишь вот эти вот два дерева? Нам два. Алена дала, ему я такое посадил. Тоже два. Да. Это... Рябина. Это клевовидный... О, Серега, здорово. Здравствуйте. Да ты что? Тихо, спокойно и погода хорошая. Что ты за рыбками продал, купил или что сделал? Да я приехал, глянул, ничего нет интересного. Ничего нету? То, что меня интересует. Эх, все, и мы не идем. Да шучу, и нам по другим делам. Все, хорошего дня. Давай. Спасибо. Эй, лучший человек, кто в Одессе занимается аквариумами. Серега, кому надо. Сколько стажа? 18 лет? 21 год, говорит, елки-палки. Кому нужно красивый аквариум собрать, почистить его, привести в порядок, Катюня, обслужить. Мы так долго идем, что аж сирень зацвела. Смотри, как красиво. Боже мой. А скоро весь этот дом, вроде бы, который не очень, зашьет виноград Вича. Ну, потом будет вообще красота. А вот и голубятня. Смотри, сколько голубей. А вот то Макита, наверное. А вон флекс Макита, да. Определился? Ну что, вот ты ориентир, идем. Слышишь, как генератор урчит? Инверторный, еле-еле. Давай. Потихонечку. Вот, Макита, флекс. Походу, наверное, сюда. Обалдеть. Да ты шо? Миланька. Все, Катюня, нам сюда. Катюня. Я почти перепутал. Ну, заходите, детвора. Вот сюда. Давай. Дрын-дык-дык-дык-дык. Здрасте. А вы Андрей? Все. Тогда я сюда попал. Обалдеть. Катюня, здесь тишина и покой. Слышишь, а у Титана еще и генераторы, да? А я думал, какой... А у Алины не такой? Красивый. Ну, у нее инвертор, наверное, такой. У всех нормальных. Ага. Полуогород, да. Выходите сразу на такие батареи, да? Ага, на побольше. Ну, не важно, я имею в виду систему. У нас Серега, получается, ты этот. У нас 21 вольт, 18, то есть смотрите, вот, ага.
То есть через переход можно это пользоваться. То есть вы себе начинаете с этого, батарея и зарядка, да? Да. И у вас открывается горизонт. Хотите Макиту, хотите... Что угодно, да? Хотите Райоби через переход. То есть, и все работает. Захотели, да? Я даже не успел человеку вопрос задать, как сразу пошли ответы. Елки ты, палки. Поняли. Ага. А Титан, кто такие, что откуда взялись, почему именно? Бренд, ну, как скажем, одесский. Одесский, да. Я слышал, мне там на привозе рассказали, что у вас свой заводик, ну, и вы... придумали. Нет, китайцы, все китайцы производят. Ага. Ну, завод ваш в Китае? Ну, не наш, китайский. То есть у них заказы, модели, то есть, да, и все. Все понятно. Вы у них заказываете, они для вас делают. Да, образцы на тестирование, мы их тестируем, угу. Потом принимаем. Да. Я хотел себе Макиту, как обыкновенный ненормальный человек. Хотел себе что-нибудь такого, там, то, что там известное. Но у нас работает Серега уже второй год, и... И у него Титан, и я смотрю, что он... С батареями определяться, да и все. У него сразу две большие стоят. Что он делает? Мы, короче, и пилили арматуру, и загоняли вот такие гвозди. Я понимаю, что он мощный. То есть, макитовский стандарт, все вот. А вот посоветуй мне, пожалуйста, какой-то шуруповерт. Вот для дома, для обыкновенного, чтобы мне надо... Мне там не гайки там на КамАЗах крутить. Ну и хотелось бы, чтобы в любой момент, там, если надо там... Ну, обычно легкий, мощный. Чтоб, можно, не знаю, там в бетоне было дырку просверлить, тоже он это умел. А принесешь ПДС 48-27? То есть просто Катюнь. Даже обычно. Опа. Обалдеть, ну я немножко счастлив, что? Смотрите, вон батарея, видите, вон лежат целая. Целая куча, да? Да. И вот какие хочешь. И вот они на любой цвет, и по качеству, и это. Ну, титан это титан, титаны есть два. Есть ага. Есть класс. Это самый распространенный. Да. По цене. Да. А есть вот такой, как вот это уже профи класс. Это уже профи класс. То есть, ну, по цене Макита 90, но там 50. Короче, это аналог, это уровень Макита, Девольта и всех вот этих вот известных. Миланька, что тебе дать поиграться? Хочешь со шуруповертом поиграться, а? А все есть там, и турбинка на аккумуляторе, все есть у Титана? Целая так, куча? Так самое важное, если вот эти батареи есть Титан уже, да? Ага. В интернет, допустим, Макита, да, себе там оповещение, есть там акция на Макиту, да? И надо было так вот, что да, хорошая вещь, какая, там, пускай 2000 гривен. Все, аккумулятор подходит. Я уже вижу, подходит. Андрей, сделай доброе дело, дай мне какую-то визитку или контакт, потому что мой... всегда будут вопросы. Андрей Верхний, да? Да? А ты выйдешь на свет, я потом тебе покажу, Катюня, или увеличь, или зависни. Выйдем на солнце, я покажу. Да все видно прекрасно. Ребята. Вот, маленький работящий. Ва? Серьезно? Очень работящий, да. Вот такой маленький, мощный? Вот оно, можно, да. Ну, для дома его, то есть... С головой, да? Что, две скорости, все дела? Ты клад, же говорил, тебе пила да, нужна. Бесщеточный? Бесщеточный, бесколебный. А, вообще, короче. Да. Нечему гореть, нечему, соответственно, то и... Есть, вот такой аккумулятор можно тоньше брать, чтобы он был легче. Ну. То есть это вот удобно, то есть если где-то залазить в мебель собирать, угу. Сразу биты не надо вставлять, то есть сюда вставляем. Угу. И потом. Вот он, допустим, вот он. Сейчас. Хороший, что почем такое, ну, примерно в трех словах. А у вас есть там сайт куда-нибудь, что я могу там ссылку оставить? Тоже на той же визитке? Нет, вот он. А ну дай. Ты мне надавай любую информацию, а я там буду когда видео создавать, и в описании под видео оставлю megapega.com.ua, да? То есть это маленький, то есть. Ага. Большие, мощные, то есть. Слушай, ну с аккумулятором уже прямо. Так кроме твоей руки ничего не видно. Потому что она у меня здоровая. Обалдеть. А сюда может любой одеваться, да? В смысле любой одеваться? Только что здесь был маленький вот этот. Аккумулятор? Тебе же Андрей говорит, что угодно можно. Есть плоский, но это ты поставил и работаешь целый день. Сама тушка без аккумулятора выходит в районе 1500 гривен. 1500 гривен? Да. Ребята. То есть вы покупаете один раз себе, грубо говоря, даже один аккумулятор и одну зарядку. Все, да? И все. И дальше по желанию. Аккумулятор надо скупать по необходимости. Угу. То есть если аккумулятор лежит в росинке, но не работает, он так и умрет через 3 года. Аккумулятор должен работать сегодня. 100%. Да ты что, Катя, есть полторы с собой? А все равно надо еще аккумуляторы покупать. Все равно надо стартовать. А ты что, а у тебя там что еще красивее? Вот это телевизор. Это вот, вот это мега-пега все? Да. Нифига тут сколько всего, Катюня. Что, ты хочешь, чтобы я туда залезла? Да не надо тебе залезать сюда, ты же в гостях, аккуратненько войди и выйди. Посмотри, акционный товар, электроинструмент, сад и огород. О, мне туда надо. Мега-пега. Главное. Ё-моё. О, Сережа. А Райоби это тоже Китай?
Оно все Китай. Оно все Китай, оно да? Оно все Китай, на самом деле. Ну, хороший, хороший. Что касается вообще литиевых батарей, это только Китай может быть. Вот же китайцы, ёлки-палки, весь мир заглушили. Ну, а что? Шикардос. Давай будем сейчас договариваться. Обалдеть. Катюнь, я таки договорился. Я даже не сомневалась. Зарядка, аккумулятор, шуруповерт на все случаи жизни. Что, и скидку хорошую сделали. Странно, ребята, что ты еще без пилы вышел. Будет все, мне же не все сразу надо. И тебе так, нужна? Контакты я все эти оставлю. На самом деле удивительный титан. Проверенный не мною, а настоящими работягами. Бери коляску, Серега, погнали. Брум-брум-брум-брум-брум-брум. Поехали. Куда? Да ты шо? Али в Макдональдс? Сейчас дам. Сынок, я с таким шуруповертом теперь куда угодно. Нет, нет. На, неси чемодан. Вон, за ручку неси. Аккуратненько. Да. Все, спасибо и до свидания. Вот это да, зашел и вышел. Я вот пока туда не попал, я думал, что мне только шуруповерт надо и турбинка. Нет, Катюша, надо больше. У них там для огорода столько. Обалдеешь. Ну что, идемте прогуляемся еще. Аккумулятор, надежное место. Сказал, что вот эта емкость хватит тебе до пенсии. Ты смотря, когда на пенсию собраться. Не скоро. Как сказать? Потому что я ему говорю, Андрюха, может, мне надо второй запасной? Говорит, Серега, успокойся. Такого хватает надолго. И бесщеточный, Лисейка, запомни, когда будешь себе инструмент брать, бери бесщеточный. Во-первых, у него там защита на все эти, на перенагревы, на перенагрузки. И нет щеток. А что это такое? Да хватит уже ничего. Про свои щетки тарахтеть. Катя, я уже вообще не знал, что ты снимаешь. Успокойся. Ты уже надоел мне. Посмотри, что это такое? Успокойся, я с сыном разговариваю про важные что дела. Что вот это такое? Это акация. А прям тут корень какой-то или нарос, ты видишь? Это родинка. Ты что, думаешь, что только у людей? Ульяночка, слышишь? Нет, не она. Папа говорит, родинка. Смотри, каштаны запускаются. Березы, елки-палки, во всей красе. Катюня, ты балдеешь? Аромат весны и Одессы, это я не знаю, это какой-то отдельный вид благоухания. Духов. Просто пахнет весной. Спасибо Лексусу, да? Что нам устроили такую прогулку. Что? Там какая-то статуэточка стоит для красоты. Там мы на барахолке. А рядышком вон кот лежит, смотри. Куда ж без котов? Да, весна, зайка. Мама, что это? Ну, для красоты сделали, видишь как. Идемте, мы вам сейчас покажем, где мы Люка нашли нашего. Первый раз увидели. Вот улица, видишь? Одностороннее движение. Все вверх. В субботу-воскресенье здесь вот так вот вдоль дороги стоят очень много машин по обе стороны. И здесь продают кошечек, собачек, там курей, попугаев, кого угодно. Обезьянок. Ты посмотри, ребята, у тех, кто смотрит нашу барахолку, посмотрите, какая она. Обезьянок. Обезьянок? Ну, если очень захочешь, то и обезьянку тебе найдут. Я очень хочу. Очень хочешь? Ну все, в следующую барахолку пойдешь с нами за обезьянкой. А Ульяна хочет хомячка себе. Хомячка? Да. Ульяночка, у твоего папы были хомячки в детстве? Это такие маленькие... шалунишки. Сильно пахнущие друзья?
Им надо постоянно газеты рвать, менять там, тырсу, опилки насыпать. А еще они, а еще не убегают. А в нашем случае с нашими котами далеко они не убегут. Обезьянку. Обезьяну. Обезьяна может ты котов не убить. Обалдеть. Да я сам не узнаю. Я же здесь редко бываю с мамой. Вот тут вот Алена, да, в обыкновенные дни. Наташа. Там Славик, да. Славик. Аленочка. Я шучу. Здесь такой угол оживленный, да? Здесь интересные игрушки продаются. Статуйки из аниме. Картина старая, да, где самурай гейшу ждет с работы. Просто все по-другому. Как машина времени, да? Точно. Ладно, друзьяки, или еще походим, чуть покажем людям. А? Что ты закатываешь глаза? Уже вижу сейчас аудитория, либо Ванчик, ну погуляй по Одессе, никто ж так не делает. Говорить пока-пока не надо? Не знаю. Ладно, потерпи еще. Слышишь? Мне кажется, что эти агрегаты здесь тоже на барахолке купили. Это раритет, Елисей. А ты знаешь, что мне тяжело без людей узнавать эту местность. Ага. У меня топографический кретинизм. Мне поэтому и в голову пришло, думаю, что же мы гуляем по барахолке, а она же не всегда такая, какой ее привыкли видеть. Бывает тихая, спокойная. Если бы там не ремонтировали дорогу, вообще б тишина и покой. О, кстати, вон там магазин есть, можно соломку детям купить. Пойдемте. Оживились. Большую, самую большую купим. Самая известная в Одессе — это молдаванка и пересыпь. Хочешь к нам зайти на огонечек, по дороге жухнуть кошелечек. В шумном городе Одесса, там не тарарам. Пару слов скажу для прессы и для милых дам. Ну зайди и выйди быстренько, вот дойди до края, покажи и иди обратно. Я стою, здесь тишина, покой. О, нашла свой рай. Все, дети, валим. Если вы думаете, мама, что меня от нас, этим напугали. И мы от нее отдохнем. Да я пошутил, оператор, вернись. Ты нам нужна. Сейчас, я бы купил вам соломку, но дети-то, ой, дети. У меня дети, а у мамы деньги. Что-то у нас в этой семье не очень правильно. У мамы должны быть дети, а у папы должны быть деньги. Иди, купим соломку. Ага. С удовольствием. О, к вам коты и собаки уже поприбегали. Ня-ня. Поделитесь мороженым. Папа пошутил. Что, ты что думаешь, что собаки мороженое не любят лизать? Бука, кстати, мамина очень любит. О, смотри, как кошка залезла. Раз сюда, а потом в форточку. Так что, идем потихонечку? Угу. Меланя, тебе вкусно? Вкусно. В лектусу, да, в лектусу. Куда? Катюня, там Артур с самоварами стоит. Но не сегодня. Там Василий сказал, самовар пузатый вышлет. Короче, будем самовары коллекционировать. Кушает? Ну да. Так, а конечно, вот кушает. Пошли, Уляночка, ей достаточно, не пугай ее. Ой, как тихо, слава богу, хорошо.
Как это? Что на приеме у этого? У психолога. Ты хоть раз был у психолога? Нет. Но считаю, что это в разы лучше. Во-первых, это бесплатно. А во-вторых, и так все, слава богу. Что ты там песни поешь? Дай тебе еще соломку? Банан ей дай лучше. На, и бананы, и соломка, вы тут затарились нормально. Обед по расписанию. Угу. А. Держи, Касольда. Соломку хочешь? Дай я нас повытираю. Евсейка, сделай доброе дело. Ости ребенка. Ну, хочешь кепкой. Ну, а лучше соломкой. Молодец. Так это лучше шаурмы. Угу. Каштан, смотри, еще вчера ничего не было, а сегодня уже. А скоро свечки появятся на нем. Это не скоро, а завтра. У каштана же это так быстро происходит. Прямо как у меня к тебе чувство. Бах-бах-трах-бах и на высоте. Короче, друзья, от всей души с хорошим настроением. Спасибо вам, что погуляли с нами. По незабываемому месту. Угу. Наши любимые Одессы мамы. Район Молдаваночка. Да ты что, тут тебе и автовокзал, и старогонный рынок, и Лексус, чтобы он был здоров. Милане, да повернитесь лучше к людям лицом, на вас весь мир смотрит. Вы же воспитанные, вроде бы, люди в комментариях писали. Да ты что. Хочешь, друзья, все души с хорошим настроением для вас. Ходили по нашей Одессе маме, ногами, одесский рыбован и небольшая семья. Всем пока-пока. Чао. Чао. О, чао, дорогой. Поехали. Друн-друн-друн-друн-друн. Там уже, наверное, машину нам что-то там сделали. О, Елисей, там так красиво. Там мама твоя была, не захотела туда уходить. Обалденный двор. Здрасте. Прям... Здрасте, здрасте. Зайди и выйди, только не кричи там, чтобы колонны не попадали, понял? Катюня, ты уже была там, заведи. Кошку, а ну-ка аккуратненько. Да вы что? Такая красивая. Да прибежит обратно. Нигде, в феврале вначале. Фу, елки-палки. Там другая есть. Вот, лежит. Подожди, посмотри. Катюня, иди. Такое никто не видит. Боже мой, с маленькой головкой такая красавица. Да. Милане, идем, я и тебя туда заведу. Ага, Миланечка. Алексей, не напугай. Не напугай. Да ты шо? Лапуля. Норочка. Она показалась и сбежала. Нора. Мяу, мяу. Мяу. Мама еще красивее была. Ничего, внуки будут вообще там первое место по красоте. Норочка. Иди сюда. А усики, какая маленькая голова. Иди сюда. Ты красивая такая. Домой хочет. Оп. Все. Не-не, уже не надо, она уже побежала. Пусть отдыхает. Все. Катюшка уже успела. Она такая оператор, что от нее не бежит. Да, очень красивая. Катюня там бесконечность. Дети, видите? Да. Как выглядит сердце Одессы, видишь? Общий двор, много виноград соседей, все дружные. Там. Да, кто-то в тельняшке. Может пойти помочь табуретку подержать? Елисей, побеги, табуретку подержи. Беги давай. Давай, придержи табуретку, мадам. Они там справятся, их много. Дети? Нет, мадам. Справились? Ну все, теперь точно пошли. Не, ну Нора такие красавицы. Вон, смотри, хвост себе намывает. А я вообще... А, залезла, красота. Да? Смотри, пила, как у меня. Чайник, как у тебя. Терка у меня такая же есть. И чемодан. Танчик, есть. И чемодан. Кукуруза вырастет, потому что я посадил. И будет таки счастье. Сядьте на попу, спокойно посидите. Хватит бегать. Отнеси в магазин, скажи, что не пригодилось. Ну, пойдемте дальше уже. И ты видишь, вот вроде бы ничего особенного, да? А вот эти мелочи, детальки, это таки счастье. Как же ничего особенного, если здесь душа? Так я уже за это и говорю.
Ля-ля-ля, аж Миланя песни запела. Поела, конечно. Слонынятки наши. Опа-на! Ох, вишня, смотри, какая. Катюня, не то дерево сакурой назвали. Вот, смотри, какая прелесть. Что ты, солнышко, ищешь? Соломку вон или сейки возьми, поделитесь. Скажите, а ваша бабушка ходит с этими палочками? Да. Серьезно? Так и да. Скандинавские. И нормально у нее получается? Еще быстрее? Вы ее догнать хоть можете ее? Еле-еле. Еле-еле? Да. Ты что, раздулась? Елки ты палки, а погода какая. Слушай песню. Позвольте мне побыть вдвоем с Одессой. Мне нужно ей так много рассказать. Так куда ты бежишь, сейчас гепнешься? Я лучше стоя спою. Опять иду по лестнице воспетой, а эскалатор оставляю в стороне. И весь бульвар над ним большим букетом Одесса милая протягивает мне. Ее походка так надежна и легка, ее улыбка всем понятна. Не зря Одесса любит моряка. Одесса будет ждать наверняка. Ча-ча-ча. Как там это? Ульяна ходит на танцы? Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Все, бросаю карасей, в танцоры пойду. Все, я убрал, чтобы ты не потеряла. Поехали.